Дамы и господа, добрый день. С вами мы в компании Кирфинанс. Меня зовут Архипов Андрей. Как обычно, обсуждаем стратегии на фьючерсных опционах. По понедельникам, как вы помните, у нас частичка западного рынка. Смотрим, что у нас те объемы открытых позиций на срочном рынке согласно отчету CFTC, который представляет собой данные, публикуемые в пятницу вечером, и, соответственно, отражающий объем открытых позиций на вторник прошлой недели. Поэтому, как обычно, мы их получаем с небольшой задержкой, но общую картину по рынку она нам дает. Так, про это еще мы с вами поговорим. Ну, давайте с Америки начнем. Перед вами график фьючерса на индекс РТС и объем открытых позиций некоммерческих участников. Короткие, длинные, короткие, красные, зеленые, длинные. За неделю у нас кардинальным образом ничего не изменилось. В общем-то, чистые позиции немножко сократились, лонги, да, 446 миллионов против 427 по шортам. По сути, изменения фактически на рынке у нас минимальные. Собственно, ну, такие флуктуации ни о чем особо не говорят. Примерно сколько тут получается, около 4% у нас осталось до исторического максимума по S&P. Ну, вот если мы по фьючерсу смотрим, да, где-то 4,5%. И вполне, ну, на мой взгляд, шансы доползти до них у нас есть. Хотя, да, такими темпами ползти мы будем долго и упорно. Вот. То есть на S&P у нас рост продолжается, но никаких конкретных изменений и колебаний не происходит. Золото. Скорее всего, мы на следующей неделе увидим падение объема в шортах, поскольку тот график, который мы с вами сейчас наблюдаем, он не включает в себя изменение объема открытых позиций на падение, которое было у нас в пятницу. Соответственно, да, там мои идеи по поводу дальнейшего роста выше, чем 1700, не подтвердились, но, скажем так, не худший вариант развития событий. Падения такие, как мы видим, у нас периодически проходят. Ну да, тренд нисходящий. Ну, нельзя говорить о глобальной смене, поскольку по объемам у нас пока этого не видно, скажем так. Вяло нисходящая коррекция, выходы из длинных позиций, которые были у нас вот как раз в августе, набирались до сентября. И пока, судя по объемам, усиления глобально тренда нет. Пока вялое сползание. Так, золото есть, да, движение есть, подтверждение по объему мы не видим. Евро пока у нас в восходящем тренде. Лонги у нас не выросли в течение прошлой недели, голубенькая линия, но при этом объемы шортов остались на прежнем уровне, что, собственно, говорит о том, что позиция больше лонговой, ну и по цифрам мы это с вами тоже прекрасно видим. Глобально тоже смены тренда нет, то, что мы наблюдаем, это коррекция. Ну, тут видно это, в принципе, и по технике, в чистом виде, ну, я не знаю, какую-нибудь поддержку можно провести достаточно свободно. Не исключено вот ретест максимума на 1.33. Мы еще увидим на этой недельке, да, тут и, собственно, уровни, и линия поддержки, и все такое. Но пока, да, пока это замедление покупок без намеков на сильную распродажу. Окей, это что касается объема открытых позиций VIX, индекс волатильности по опционам на фьючерс на S&P у нас находится на минимальных в этом году значениях 12,5% значения SCO, 12,5% годовых ожидаемое движение годовое индекса S&P, который у нас, да, отражается в цене опционов. Это, конечно, не те минимумы, которые мы видели в 2006-2007 году,
но по факту у нас да, ситуация стабильного роста, который, я думаю, периодически будет перемежаться вот такими вот резкими непродолжительными коррекциями. О каком-то завершении в большой фазе говорить пока рано, поскольку если мы, например, с вами посмотрим на динамику S&P в долгосрочной перспективе в 2007 году, когда у нас было замедление темпов роста, впоследствии у нас случился обвал VIX, видите, как себя вел, то есть даже при продолжении роста рынка ниже каких-то значений не падал. Ну и впоследствии видим то, что мы увидели потом. Сейчас у нас, да, ситуация обратная. Тут скорее у нас VIX обновляет минимумы. И тот всплеск, который был перед решением по фискоклифу, единственное нестандартное событие, которое здесь происходило. Это что касается ВИКСа. Так, на нашем рынке индекс фьючерс, индекс РТС подошел к минимуму, скажем так, фактически минимальным значением, проторговываемым в этом году. 156 тысяч пунктов по фьючерсу на этот инструмент. Ну и, соответственно, до гэпа на 154. Тут, собственно, 2000 пунктов выйти. Я думаю, что вполне реально под эту лавочку сделать коррекцию, перекрыть гэп и дальше спокойной душой начать рост. На нашем рынке индекс волатильности ведет себя достаточно стабильно, 21% среднеожидаемая волатильность. В понедельник у нас сейчас волатильность не выросла, ну и, собственно, в пятницу она была на стабильном уровне за счет падения цены на базового актива, и временной распад тут особо у нас не учелся. Вот, поэтому пока никаких перекосов, вялое сползание на падение на падающем рынке, индекс волатильности у нас стабилен. Это, на мой взгляд, неплохая новость. Да, тут сходить вниз 30 пунктов, но в течение недели, я думаю, что никого это особо не напугает. Хотя по каким-то бумагам, например, на Арникеле движение в четверг-пятницу проходило достаточно серьезное. Ну вот, собственно, на сегодня, пожалуй, у меня все из полезной информации. Отчет FTC посмотрели, VIX посмотрели, ну, ситуация на рынке с утра в первой половине тоже, ну, практически без изменений, да, единственное, что из таких соображений первое, что возникает, да, это, естественно, открытие шортов на пробитие 156 шортов можно с помощью фича, ну или потом добавить колов для формирования синтетического пута. Но пока мне как-то нет ощущений, что движение будет продолжительным, поэтому воздержусь от того, чтобы ориентироваться на падение. Так что более подробно все идеи мы с вами посмотрим в среду. Так, вроде все сказал, что хотел сказать. В течение ближайших 5 минут я еще нахожусь в чате, отвечая на ваши вопросы. Пожалуйста, пишите их туда. Помните о рисках. Удачной вам торговой недели. Рад был вас всех видеть. Всего хорошего и до среды. Встретимся в это же время в 13:00 в Москве. Всего хорошего и до свидания. Так, Сергей